столичной госадминистрации обсудили готовность города к зиме. О том, что сделано, а что еще предстоит, отчитались руководители коммунальных служб. Главное, о чем говорили – ремонт крыш в многоэтажных домах. Он идет не так быстро, как хотелось бы. Но в госадминистрации пообещали, все работы будут выполнены в срок. Проблемы по ремонту кровель возникли в связи с тем, что подрядчик РСУ-1 срывает сроки. Мы будем встречаться, коллегиально это все решать. И я надеюсь, что крыши, кровли, которые были обозначены в договорных отношениях и договорных обязательствах, будут в срок выполнены. В срок до 1 ноября должны будут заменить и трубы горячего и холодного водоснабжения. Договор между подрядчиком и водоканалом уже заключен. Работа начнется, как только водоканал получит нужные материалы. А вот обеспечение социально незащищенных слоев населения дровами пока несколько затягивается. В дровяном складе лежит где-то порядка 150 складометров длинномера. Длинномер мы рассечение делаем и развозим по пенсионерам. Ориентировочно 30% мы уже людей обеспечили. По подсчетам властей, всего в городе дрова нужны 50 гражданам. Чтобы они получили их до холодов, в спецзеленстрое создадут дополнительную бригаду.